вышедший на замену Ященко сейчас. За мяч поборолся Ангене по правому флангу. Будет бить! И увеличивает, абсолютно точно похоронив надежды болельщиков из Перми, увеличивает отрыв своей команды до 3 голов. Зевнули, конечно, идя ва-банк сейчас звездочки эту контратаку. Не успевали возвращаться. А Ангене, что острый угол, что прямой, без разницы, она бьет хорошо. Посмотрела, было время, было пространство, посмотрела, куда бить. Ну и под руки буквально уже стелющийся, вытягивающийся в струнку Ирины Зварич.